Главная отличительная черта поздних балетных произведений Дега – явное превосходство цвета над линией. В течение нескольких десятилетий на первом месте у мастера был рисунок, и только потом палитра. И лишь на 100 лет из-за проблем со зрением художник вынужден был поменять их местами. Отныне основой любой композиции становится цвет. Его работы наполняются невероятной энергетикой стремительных фейерверков синего и голубого, зеленого и изумрудного. Описать их практически невозможно. В своих пастелях 1880-х годов мастер буквально отпустил краски, словно позабыв классические основы касательно их гармоничного сочетания. Картина «Голубые танцовщицы» – пожалуй, самое известное головокружительное произведение, где демонстрируется великолепное превосходство цвета над линией и где мастер использует все тот же принцип обрезанного кадра. На первый взгляд, это зарисовка одной и той же девушки. Вот она в нижней части холста поправляет пуанты, затем выше платья и в конце осматривает свой костюм, ухватившись за край декораций. Соединяясь в пределах стесненного пространства квадратного листа, эти тривиальные движения превращаются в прекрасный танец. Ощущение движения Дега создает с помощью тщательно продуманной композиции. Взгляд зрителя неизменно движется по кругу. Вниз по руке крайней левой девушки, затем по плечам склонившейся в танце и далее по голым спинам двух оставшихся балерин. Благодаря использованию пастели цветовая палитра получилась удивительно богатой. Небольшие разнонаправленные мазки и штрихи, создающие загадочный эффект синеватой дымки, соединены в невероятно красочные каскады голубого, то насыщенного синими оттенками, то переходящего в изумрудный.